Привет! Как достичь высоких результатов? Мы часто ставим себе очень амбициозные цели за очень короткий промежуток времени. Если начинаем худеть, то нужно сразу на 5, 10, 15 килограмм. Если начали бегать, то на третий день уже ищем, где проходит ближайший марафон. Если решили внедрять привычки правильного питания, то запрещаем себе сразу все, жуем гречку с куриной грудкой из брокколи. Но так не работает. Чтобы достичь больших результатов, к ним нужно идти маленькими шагами. Если вы хотите похудеть или внедрить привычки правильного питания в свою жизнь, то вы можете, например, добавить порцию салата к обеду или ужину, либо десерт заменить на фрукт. И тогда медленно, но верно вы будете двигаться к своим целям. К сожалению, чаще всего бывает не так. Мы стремительно залетаем в очередную ЗОЖ-привычку и также стремительно ее бросаем. Не делайте так.